Эй, показывайтесь, где мы, куда мы приехали. Мы приехали на Silent Lake. Silent Lake. Да, молчаливое озеро. Красивое-красивое озеро. Такое тихое. Ты видишь, какая это самая линия берега? Тут даже волн нету. Оно не размывает ее. Да, такие... вода прозрачная. Видно, тут гуси похозяйничали. Видно их не следы. Как это ты говоришь? И тут, говорят, есть лоси. Не маневр, а этот. Манюр. Гусь пролетел, и тогда сам все напихал. Да, тут так красиво вообще. И сейчас мы у нас, значит, тут есть барбекю area. Мы будем жарить барбекю. Мы взяли с собой угли, да, Сань? Взяли сосиски, взяли маршмеллоу. Взяли, у нас еще есть бутерброды с собой. Бургеры. На всякий случай. На всякий случай, да. А еще мы потом возьмем удочки и пойдем ловить рыбу. Если поймаем, то тоже ее будем жарить. И будем кататься на лодке. А, на каное, да, каное. Мы взяли на каное можем прокатиться туда, там где-то на середине. Так что возьмем каное, прокатимся, нагоним аппетит и потом покушаем? Давай. Да? Промокнем. Чего? Давайте не будем мокнуть. Красивое небо такое, да? Природа. И сейчас проплывемся, посмотрим по бережкам. Там смотри, как деревья так прям над берегом нависают. Да, красота. А все озеро, если вот так обойти, то будет где-то 15 километров, если по берегу все обойти. Круто. Да. Красиво. Вот. Так что за 1,5 часа его можно обойти. О, отлично. Так, идем брать каноэ, весла надо взять из машины, да? Ну, наверное, к машине сначала, да? Да, пойдем возьмем весла и жилеты и придем туда отвязывать каноэ и поплывем. Да. А потом чуть проплывемся, перекусим, а потом пойдем возьмем удочки и опять поплывем рыбу ловить. Угу. Елку палим. Огонь такой прикольный, да? Это горит, это зажигатель, жидкость это зажигатель. Такое огромное пламя. Где? Прикольно. Может, много линул туда этого? Уходим. А может быть, этот уголь еще хорошо разжигается. Он может быть уже пропитан чем-то. А, можно было и не брызгать. Да. Сейчас так опс, и расплавилась эта штука. Спички? Да. Ну да, я же говорила, что я взяла. Сейчас оно выгорит, и тогда уголь, огонь потухнет. Ну и плавно. Ну туда, куда-то пошло. Сейчас он должен справа от дерева появиться. У него такой путь, маршрут. Да, у него такой какой-то путь. Он так в прошлый раз тоже так же шел. А ну встань. Саша, не... Чтобы он ближе подошел. Тебе? Не, ну может, чтобы тебе, он может тут где-то встань. Подожди, где-то тут. Итак, кормим бурундучка 3. А в реальности это, наверное, где-то 5 уже. Так возле себя положи, он близко подойдет. Боится. Ну, так надо было сидеть, потому что не шевелиться, он бы подошел. Хватит. И линять давай. Немножко подъедает. Он пробу снимает сначала. Бурундучок ест булку. Там еще немножко маршмеллоу было тоже. Он, наверное, запихнул маршмеллоу. Такой классный. С хвостиком. Ой! Ой-ой-ой-ой. Такой шустрый. Ничего себе. Саша, ты закрываешь. Он такой... Он шустрый. Раз. И линять. И у него, и там у него норка. Сейчас он запрыгнет. Опс, и да. Запрыгнет. Потом в следующий раз он там положит. Ты прямо в норку ему кидаешь. Он далеко не ходил. Так он пообъестся и потом не сможет вылезти из норки. Я ему там попью. Не, вообще-то он забрал. Я там чуть-чуть только тронулся, а он забрал, наверное. А может, она провалилась? Саша сейчас затрамбует, замурует этого врундака хлебом. Это просто, чтобы он не ходил. Пальцы туда не суй, потому что цапнет еще. Вот это же грызун. И вот смотри, какой гриб. Огроменный. Да, такой гриб огромный. Наверное, это гриб такой. Но грибы просто детям нельзя есть. Да. Он, смотри, выходит здесь, а входит сюда. Да. И потом было... Ничего себе, у него тут, наверное, норок этих. А не, это просто... Я думала, что тут... А вот еще гриб.